Добрый день, сейчас в Талицах нахожусь, в Южском районе. Вчера здесь тоже был. Пожары не обошли, к сожалению, нас стороной. Сейчас тушат пожар под Талицами. Все силы и средства мобилизованы, группировка усиливается. Сегодня авиация даже работала. Сейчас самое главное, что безопасности и жизни людей в Талицах ничего не угрожает. Так что все в тонусе, справимся.